puta. Богатырь, чай. Чуть-чуть совсем. Не
Под левую, я решил. У меня оно там под правую было. Там у вас не было. Поле! Наш выход. Чемпион?
Ой, я воды не взял. Все сегодня стали в Сузге, да? Да, не пускали. Звонил, он говорит, на эту неделю точно, а дальше будет видно. На эту парковку нельзя. Вы тоже не здесь стали? Не, а мы через этот заезд. А, через заднюю. Через заднюю заезд. А я на соседнюю, на третью. А, я тоже так не Но когда шлагбаум открыт, если он, или вы просто сзади поставили? Да, просто сзади. А он всегда открыт? Ну, просто приходится пройти. А, ну, пройти приходится. Все, да, 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 вот этот момент. Угол приходится обходить. Ну, вот, ну, это за ним уже как бы ставят, там, помню, где прудик. Короче, со стороны воды вот там. Да, со стороны воды, да, да. А, нет, а меня пустили со третья парковка, она как бы, знаешь, как... Она раньше, она сверху. Она сверху, да, она как бы, если ехать от Ванкового моста, наоборот, следующая, дальше, а если ехать со стороны... Нет, ну, вот там блин. Косяк, у меня один раз, я с охранником там ругался, они в 11 часов закрывают, он закрыл ворота. А, ну да, да, мы успеем. Ой, побросил. А так я, да, я ругался там, короче, это. Он идет, главное. А я на автозапуск зимой поставил. Вот такой. Начал там через видео. Синдром охранника, наверное, сработал. Да, 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 он причем... А, у нас один, да? По одному. Че, вот у меня мозги, ты видишь, что я иду, что моя. Че вот? Ты вот здесь стоишь. Так, блин, я долбоёб, я хотел срезать. Ничего не делал, ты забыл. А пожрать ты нужно? Ну, это было случайно. Ну, он был не удобен. А, я думаю, не удобен. Я еще. Я вот так. Можно было на самолет бить. Вроде, да?
2.8. Просто если высокие, то допустим довольно высокие, то мы вроде как расходиться должны. Ну смотри, я ушел назад. Его же так. Ты готовишь какой-то, я вижу супер, второй, отлично, как бы. 10-7. Он вот
8. Да, да, спасибо. То есть, когда ты пьешь сзади? Нет, ты же не знал, что я бью высокий, и ты уже отошел. Да, но когда ты принимаешь высокий, да, ты готовься. Ну, я переиграл. Когда кость выдают? 8-10. Я протестил сам диск. Если это ошибка диска, а может быть, что вот эти размеры. Там же это музыка, которая играет. Для постоянного обращения системы не нужны, а туда напихаешь, они будут работать. Но даже не да блин! Редактор всех! Нет! Зараза, а! Каждый раз вот да не, скамейки просто китайские. На китайцев рассчитан. Посмотри, а почему я на сетку, когда мы играем? Ну, смотри, когда мы играем. Еще бы Антона не назад отбиваю. Я уже одного посадился. Так, Юрий, а если ты откинешь ногу, я подхожу. Не, почему понятно, просто у меня. Стою на что-то лапки зашу. 4-3. Подкупаю лапку. Thank you.
хотим все еще играть. Да, я подумал, что Леша бежит. Восемь девять. Ладно, давай. Что страшного? Вот и все. Как стоит, так стоит, да? Цена ничего.
я кивнул, а что ты делаешь? Непонятно вопрос, да? Я стоял справа. Ты не стоял, а вдоль секунду. Я не смог перекладывать. Где иди? Да отлично я мог вообще по диагонали. Давай, выходи. Они нас боятся, видишь, хотят. Да, хотят на другую площадку. На другую площадку. Не пойди, не выйдет. Ракетка. У меня такое было, у меня это, просто от взмаха вот здесь провернулось оно само. У тебя так же? Да. 4-4. Это не рассчитано под наши кисти. Что, кисть может настолько быстро ускориться, что... А я зря. Счет? 5-4 у вас. До страшного, я в момент страшно всем.
А что на скале? Пять-шесть. Да. Так, 5-6. Да. Я думал, они там уже штукают ракеты. Нет, они там сражаются. Ну, страшный. Херней, как понятие было. Ай, я тронул его. Вот он.
3-1. Поля, все к этому готовы. Ученые. Я не верю, что да, они дошли просто. 3-5. Очень хотелось. Дошла. О, у тебя? Площадочка да, сходила. Я не... Так, давай. Все. По ноль.
там записывался на победителя. Мы не просто записывались, мы тренировались. Ну, готовились. Вы готовы? К дружескому товарищескому матчу. Утешительно. Вы победитель. Финал. А вы знаете, что только команда, которая победит, мне есть человек в желтой майке? Да. Синих надо, я и черных шортов. Да. Даже черных шортов. В кроссовках есть. Нет. Из голды. Нормально,
чё? Это вообще вот банка, от банка тренируешься. Ну что этим валды выдает. Что это такое? Откуда это все? Так, ну зачем так? Шесть. Так. Так, не могу.
ну почему не поднять руку? Один шесть? А, ложка? Нет, вообще. Да, 12. Да, да, хочет. Уже для телефона. Сейчас салту взял. Салту. Дима взял салту, да. 7-12. Спасибо.
Как? 7-7. Может уже все, пресс-конференции, домой. Нет, еще вручение не дали. А, да. Памятных призов, торцов, банкет. Мумулаток. Кого? Мумулаток. Это да. Ну и ой. Спального тренера. А?
Я ведь если бы постарался, я бы, наверное, бы вокруг протянул. Показать, где бы. Так, ну, в общем, такой, наверное. Ну, это с головой нормально. Без тройника. Без тройника и размер. Давал долго читал? Мало кто был. Вроде уёлок сидит, у меня в продаже нет. Там одна такая. ОРС. Ну я на всякий случай ракет поставил. Я промахнул. Так, счёт? Я не знаю,
ладно. Ой! Не попал. Давай переиграем. Ну, я переиграл, потому что какая-то грань отсюда вот так. Вид слегка залинил, либо пиалинил. Ну, с другой стороны, да, видишь, что на них тоже не стоит. Теперь мы подаем первый. Не уходя. Ой-ой-ой. Мог. Да. За головы там. Еще так как точно упорот, да. Слава. А, вот там. Вообще не зона. Вот. Вот такой нужен, да. Не-не-не, ты подавал, вторая. 2-2. Жестко. Сельдерик. Ой-ой-ой, не успел. Потому что там на руку. Как это так можно отбить? Что это за...
Вау! Так, 0-2. Китайский черный. Попал ему за голову. Какие-то разъемы дополнительные. Кость. Асимметрия. Я видел, кость тоже добывается. Подожди. Ой-ой-ой. Нет, я смотрел. Все нормально.
О! Второй крученый дом. Мастер вращения. Hello. Okay.
Давайте спорос стоит там, между ног отбивает. Алексей сижу. 9-1. Деморализует нас. 0-1. Я, конечно, не очень хорошо отбил. Но вещь еще какой-то. Пугающий, чистокой. Потому что я пол. Да почему стоять-то надо? Не, уходить надо, но, блин. Хорош! Мне дал? Да, что-то я понял, что я не отобью. 3-2. Последний рубеж оборота. Ну что, Сань? Все равно вытаскиваем. Ну что, давай, счет есть. Чтобы нас уж не дали всех минералов. Вон он часто. Да, минус сначала 5, а потом 10. Потом индивидуально. Понятно. Четыре. А что, вторая?
Ой! В другую сторону ждал. А? В другую сторону. 9, 4. Да, да, вам какие? Да ладно. Конечно, нет, а какие еще? Победа 21. Давай. Сколько здоровья, да? Слушай, не знаю. По сколько, Алексей? По 4. Блин, я опять не помню.
У меня там все вроде платье. А ты можешь тогда это, на 100 рублей? Я сейчас смотрю. Мало? Я счет создал. А, ну я потом уже. Не, подожди. Да, в прошлый раз ты 800 сразу за два раза. А, ты помнишь, это про тебя было? Да. Ну все, ты не будешь помнить. Да, ты сказал, что ты вперед за тот и за этот. А, виноват. Мы же сегодня не просто чемпионы, а чемпионы по футболу. Что, нормально не тянули там? Нормально, что хорошо играет. Да, как здесь? 2-6. Ты понимаешь. Извини. Милуется от тебя. 3-2. Ой, блин! Это было явно ниже сетки. Один просто все наперед, брал для аванса. Кирилл, а по правилам на первой стороне? Нет. 9-2. Удар-то такой. Хотел в угол кинуть. 4-9. Подстава это. Что я теперь такого сделал? Понятно. 12, да? 12 чего? 5 стою, чё там? Жёстко.
собрались все. Так и это. 8-15. Так и целишь, так и целишь. Ну, только вы собрались. Сразу спасу. 3? 16-8. А, то есть 16? Вот с этого. За тебя вперед. Да, чтобы я не ушел. 4. Ты подаешь, ты, да, они подавали.
человек, это... Блин! Дело не в тебе, дело в подаче. Пойдем по домам, спокойно, и солнцем было долго. Сейчас, фут. Все нормально. Счет 1-1 по партии. 0-0, третья партия. Дима, вам дать корзину? Чего третья? Первого мы выиграли, 21-9. Чего третья, если вторая? Первого мы отсюда выиграли, 21-9. Второй мы выиграли.
А мы сейчас выиграли полностью партию? Да, 21-17. Все, я думал, мы в середине партии выиграли. Нет, 21-17, мы выиграли. Я думал, что 10. Один, два. Жестко. Я вообще не видел, за Олегом вообще. Спор да, сыграем. 7-2. За максимум. Я сейчас прицелился, а потом отрубил. Один-четыре. Меня страдает, ну как-то будем, конечно. Thank you.
ну отбито просто. Столько через пост. Вот что, нормально. Я здесь, 12-7. По руке себе попал? Нет. 1-5? Идиот! Просто один. Просто не попал. Ваши? Он тебя потихоньку могу разбился у всех. Да. Че, а динарик с гаммой? А давай. Я все равно доволен. Мы бодро начали. Можно?
это та сумма, которую мы видим? По-моему, да. Олег, а ты как-то просто оставил, потом мы сидели, да. Ну да. Немножко больше. Да нам хватит одного. Не, ну потом просто ты его себе. А, ну да, был. Давай делаем дом, а? Давай делаем дом. Ну что, можно? Это давай. Четыре, два. Длинный. 3-5. Ой. 4-5. Совершил судоку?
Не, мы короткую выбрались. А мы с тобой так. Похуй. Слушай, от тебя будет скучно. Боюсь. Давай. Где? На. 0-0. Кому из нас будет скучно, непонятно. Один попал. 1-1. Ну и второй человек. Понятно, конечно. Тут британец. Блин, это прыгает. Вот это так. А мы коротенько, совсем коротенько? Или до 15? 15. Набрал что-то готов. Уже? Два лет. Дивизия. Тренинг. А, давайте спокойненько. Мы между сетки идут один за одним. 4-4. Что ж такое-то, а? Это хватит. Кого на тренинг пятером играет? 7-5. Ты мне подарил, а я тебе в ответ. Нам такие подачки не нужны. Нам такие. Так, счет 8-2. Я подал. 2-2.
Твою мать! Нет, не довернул. Чуть-чуть подальше от меня и выиграл. 4-9. Дашь? Сижу. На 4. Серега! Давай. Здесь, там. Давай. Что это Давай. Что, попал, нет? Спорно сыграть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. 7-8. Девять восемь.
1-0. Мы сколько играем? 15-0. Ну, как считать? Не обижайтесь, но судя по тому, как вы бегаете. Раскутил. 2-0. Четыре. Мне не жалко, что хороших людей подбираться.